Опережает его только Пабло Асвальдо. У Асвальдо их 11. Вот атака Кальери. Положение вне игры. Здесь нет. Сау. Передача в центр и гол 1-0. Счет открыт. Раджа Наинголан. Вот так, контратака. Большими силами устремилась вперед Рома. Совершенно свободный прошел Марко Сау. Смотрите, какая точная передача. Провалилась здесь оборона. У Сау еще было время выбрать вариант развития. Смотрите, какую передачу он сделал. Очень умную назад на Нголана. Сейчас у мяча. Откатывает на капитана. Тотти бьет. Гол! 1-1. Франческо Тотти. Капитан Ромы. Вот в такие моменты проявляется лидерство. Проявляются эти качества. Ничего особенного у Ромы в атаке не получалось. Получился штрафной. И Тотти исполнил. Ударил низом. Не задел ли там кого-то мяч? Вот посмотрим повтор. Нет, не задел. Смотрите, здесь Даниэле Конти. Получается, сыграл неудачно, потому что оставил вот эти несколько... Перевести дух, сделать паузу. Рома такого, такой возможности не дает. Ой! Ну что же такое тут случилось-то с Мауро Гойко Ичеа? Да, друзья, такого курьезного мяча давно не приходилось видеть. Конечно, навес Данила... Но ведь так играть вратарь не должен. Ну, это же просто кадр, который неделю будет фигурировать во всех возможных итальянских и не только итальянских. Те Ламела и Асвальдо сегодня на поле. Удары 3-1. Вот и снова комбинация. Штрафной Ромы и теперь уже Марко Сау завершает точным ударом головой. А передачу ему делал Виктор. Он завершал. Абсолютно не удел оборона Ромы. Все четыре защитника были в штате. Передача вперед. Сау. Как же он техничен. И какой удар. И перекладина. Будет добивание. Писано. 4-1. 4-1. Громят Рому на ее же поле. Смотрите, как радуются игроки Перу сегодня Марко Сау. Ну, последите за этим игроком. Ну, просто ни одного действия, которое можно было бы назвать неточным, неосмысленным и неграмотным. Просто великолепен нападающий Кальери. И Писано, крайний защитник, оказался штрафной, естественно, никем не опекаемый. Когда следует добивать. А вот перевод на фланг Майкла Брэдли. Ламела здесь атакует. Вот передача. И 4-2. Это Маркиньо. 4-2. Точный пас Эрика, который сместился на левый фланг. И вот здесь уже в центре обороны недосмотр у защитников Кальери. 4-2. То, что, о чем я вам, друзья, говорил. Гол, который не назовешь даже гол.